Бүгінде Қазақстанда білім берудің жаңа жүйесі еңсесін тіктеп келеді. Ондағы мақсат – елім дейтін ұл мен қыз тәрбиелеп, жоғары деңгейде сыни ойлай білетін рухани бай өз ісінің мамандарын дайындау. Ал ол үшін жастарға өзін барша елге паш етіп, армандарын жүзеге асыруға мүмкіндікте беріліп отыр. Елімізде ең алғаш рет көптің ішінен кіл мықтылар сынға түсетін жастар жобаларының «Менің арманым» атты ұлттық байқауы бастау алды. Интеллектуалдық шоуға қатысу үшін республиканың түпкір-түпкірінен жіберілген өтінімдер www.меніңарманым.kz сайтында қабылданды. Солардың ішінен іріктеліп алынған 64 қатысушы өзара бақ сынап, 5 миллион теңгені қанжығасына байлаймыз деген мақсатпен Астанаға келді. Ал елордаға үміт арқалап жеткен жастардың жобаларына әділ қазылар алқасы баға береді. Оның құрамына кіргендер: Айгүл Мүкей, тележүргізуші, журналист, Шабыт Қазақ ұлттық өнер университеті, режиссура және теледидар кафедрасының доценті. Ерсін Көккозов, Алатау инновациялық технологиялар паркі, арнайы экономикалық аймақ инновациялық компаниялар қауымдастығының вице-президенті. Қанат Әуесбай, журналист, публицист, болашақ бағдарламасының түлегі. Нұржан Темірғалиев, кәсіпкер және инвестиция бойынша маман, болашақ бағдарламасының түлегі. Бауыржан Ирешев, экономика ғылымдарының докторы, Ұлттық ғылым академиясының академигі, Принц 2 және Ирма Левел А бойынша Қазақстанның сертификатталған жобалық менеджері. Я хочу сделать экологию лучше, в первую очередь, в своем городе, ну и во всем Казахстане. Тимур Хасаров, 19 лет, город Павлодар, студент Павлодарского государственного университета имени Торайгырова. Проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна на сегодня. Ее актуальность растет с каждым днем. Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является автотранспорт, так как в составе выхлопных газов содержатся такие вещества, как угарный газ, оксиды серы, оксиды азота, углеводороды, соединения тяжелых металлов. Большинство из этих веществ являются токсичными для живых организмов. Более того, один легковой автомобиль ежедневно, потребляя около 15 литров топлива, выделяет целых 9 килограмм углекислого газа. Взять, допустим, только Астану, на сегодняшний день в Астане зарегистрировано почти 300 тысяч авто. Даже не считая, можно понять, насколько масштабна эта проблема. Еще хотелось бы добавить то, что взаимодействие со средой, отравленной выхлопными газами, вызывает общее ослабление организма, иммунодефицит. Помимо этого, выхлопные газы сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. Мое решение призвано избавить страну от этой проблемы путем создания специальной системы для автотранспорта. Эта система будет состоять из насадки для выхлопной трубы и специального контейнера для сбора концентрированного углекислого газа вместе с другими вредными веществами. Затем эти отходы можно утилизировать на автозаправках одновременно с заправкой автомобиля, а потом уже безопасно утилизировать их вдали от города. Тремя главными преимуществами моей идеи является то, что, во-первых, она касается здоровья большинства людей. Во-вторых, аналогичных систем для транспорта в мире на данный момент просто не существует. И в-третьих, ни в одной стране нет похожей системы утилизации. Даже такие самые развитые страны, как Китай, США, Япония, Германия, Канада, страдают от выбросов углекислого газа. Я надеюсь, что Казахстан станет первой страной, которая уже на пути развития примет меры по решению этой проблемы. Спасибо. Алматы это же задыхается у нас в этих выхлопах. Если ваш проект, так сказать, имеет такую реальную научную основу, вы же спасете целый город. Целую страну. Целую страну. Ну а практически что это такое? Вы опытным путем как-то разработали эту вещь? Я знаю, как это химически можно сделать. Я сам химик-технолог, обучаюсь. Да. Я могу с точки зрения химии смогу это. Вы же наверняка изучали этот рынок таких устройств различных. Они есть, существуют. Но вот вы можете вот сейчас более развернуто это все изложить? На данный момент существуют только насадки, нейтрализаторы. Они делают так, что оксиды азота, оксиды серы, они углеводороды, они просто догорают, и все. И вредных веществ не остается. Но сам углекислый газ
он постоянно выделяется в огромных количествах. Тимур, а вот я не могу понять, какой продукт получится? Вот углекислый газ выходит, это кусочки льда будут падать или что? Ну, пока это я еще думаю. Можно сделать в виде сухого льда, можно сделать в виде жидкости. Опытным путем вот применение к автомобилю вы это не делали, ну а сам углекислый газ вы абсорбировали просто? Получилось? Получилось у вас? Вообще да. Что получилось? Значит, вы... Жидкая углекислота, получается, скапливается под давлением в контейнере, и потом можно его утилизировать. То есть вы связываете, да? Ну, мы не увидели контейнер и не увидели, как это связывается. Идея ж классная, ну, хорошая, идея. Тут не споришь. А вот как она подается, вот это интересно. Ну, все будет, все сделаю. А, все пока в идее. Как будет, сделаю. Ну, я не пойму вообще. Нет, я так понял, хорошая идея, но ты над ней еще работаешь. Я правильно понял? То есть, как химик-профессионал, вы уже знаете, что вот можно вот так это сделать и применить конкретно к автомобилям. А дальше уже вопрос, там, как технологию саму отработать, вот как это будет выглядеть. Самый главный вопрос – это насколько это все практично и реализуемо, с учетом того, что установленный парк машин с двигателем внутреннего сгорания в мире – это несколько миллиардов. Количество АЗС, которые заявляют, это несколько сотен тысяч. И для того, чтобы проект был значим в какой-то мере, хоть какой, да, нужно будет хотя бы 10% этого всего парка охватить. То есть переводу сотни миллионов машин, десятки тысяч АЗС для систем коллекционирования, сбора, утилизации CO2. Не проще ли все-таки сделать упор на скорейший переход на электрические машины? Тем более, что, например, страны Евросоюза приняли обязательство о том, что они с 2040 года вообще не будут выпускать на их территории такие машины уже. Мне кажется, автомобили с горючим топливом еще очень долго будут актуальны. Общее КПД вот нужно посмотреть, сколько расходов уйдет на сжатие, вот эти процедуры все, предусмотренные технологии и охлаждение. Да, это все будет рассчитываться. И затем утилизация, а потом уже смотреть общий положительный эффект какой. Вот я, допустим, автомобилист. Почему я должен покупать ваше устройство? Так я понимаю, что это не дешевое удовольствие. И как меня обязать, как автомобилиста, покупать вот это вот ваше устройство для очищения выхлопных газов? Ну, в планах было сделать какое-то поощрение от покупки топлива. Допустим, какая-нибудь скидка, когда покупаешь само топливо, чтобы можно было сразу... А думаете, АЗС это выгодно делать? Можно сотрудничать. А вы не думали в законодательном уровне? Ну, законодательном тоже думал. Техосмотр, грубо говоря. Да, обязательно. Ну, нужно пройти столько испытаний. Я думаю, еще, видите, химический состав, насколько он реалистичен. Я вот не увидел этого пока в проекте. Потому что еще должны же специалисты дать некое заключение, правда? Получится это или нет? Ну, я учусь на химическом факультете. Я это все обдумаю, все сделаю. А пока обдумываешь, да? Пока формул нет, знаете? Ну, я бы сказала, Тимур, о том, что вот ты один из взрослых, у нас очень много в программе школьников, один из взрослых участников, который уже учится в университете, и все-таки, наверное, подходить надо. Очень интересная идея. Я не знаю, вот мы сейчас, те, кто автомобилисты, переводят свои автомобили на газ, они тоже задумываются, может быть, там, насколько это безопасно. В данном случае ты даже опытов никаких не проводил, не говоря уже там о технологиях, насколько это в плане механики возможно. Поэтому все-таки нужно было, мне кажется, больше готовиться. Юлий Цезарь приказал своим солдатам украсить щиты и оружие драгоценностями. Зачем? Чтобы они отражали свет, ослепляли врагов. 10 секунд. Очень дорогая вещь. Ее оставить на поле боя было жалко. Чтобы оружие и щиты не бросали на поле боя солдаты. Почему птицы для отлета осенью выбирают холодный день,
для отлета осенью выбирает холодный день, а весной прилетает теплый? Очень сложный вопрос. А мне кажется, очень легкий. Я вот не видела ответа, но... Потому что, чтобы в холодный день вылетать, чтобы прилететь туда, где уже тепло... Подумайте, подумайте. Тимур, самые интересные ответы очень простые. Выбирают попутный ветер, так им легче лететь. Давление меняется, ветра меняют, роза ветров меняется и так далее. А им что нужно? Им далеко лететь. И они попутный ветер выбирают. Понятно. Спасибо вам большое, удачи. Когда задают вопросы, сразу теряешься, все мысли из головы пропадают, не знаешь, что говорить. Но потом что-то вспоминаешь, цепляешься, и начинаются какие-то идеи, мысли говорить. Менің арманым қазақ елі барша әлемге танылып жатыр, бірақ қазақ дәстүріндегі жаңағы көрпе, құрақ, ою-өрнек барлығы жақта қарқынды дамыса дейді. Ақнұр Батырбек, 19 жаста, Алматы, Жамбыл ауданы Сұраншы Батыр ауылы. Қазақ мемлекетті қыздар педагогикалық университетінің студенті. Менің жобам «Бөстек» деп аталады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халқына жолдауында, болашаққа бағдар рухани жаңғыру жолдауында атап өткен туған жер бағдарламасы аясына сәйкес келеді. Тарихқа назар аударсақ, кеңес одағы кезінде қазақы қара қойдың жүнін пайдаланып, іске асырып, пима тігіп, киіз басып, әйтеуір бір кәдеге жаратып жататын. Ал қазіргі уақытта оны ешкім пайдаланбайды. Тек ауылда көктем айларында қой қырқылады, ал оның жүні ауылдың шет жағындағы қоқысханаларда тау-тау болып үйіліп жатады. Яғни бұл экологияны ластауда. Менің жобам осы мәселелерді шеше отырып, ауылдағы қыз-келіншектерге жұмыспен қамту. Яғни ауылдағы қыз-келіншектерді тігін-тігіп үйрету, қыз жасауын жасауға өздері өз бетінше үйрету шеберханасын ашу болып табылады. Яғни осы жоба арқылы 600 адамды жұмыспен қамти аламын. Қалай ол? Ол менің ауылымда көп балалы аналар саны 350-ді құрайды. Ал жұмыссыз қыз-келіншектер 250 санын құрайды. Яғни олар бала тәрбиесімен үй шаруасында. Олар жұмыс істегісі келеді, қоғаммен араласқысы келеді, табыс тапқысы келеді. Бірақ мүмкіндіктері жоқ. Неге? Себебі кез келген жұмыс, яғни табыс табу көздері белгілі бір уақыт тәртібін талап етеді. Олардың оған мүмкіндіктер жоқ, ал менің жобам олардың жағдайын қарастыратын болады. Және де әлеуметтік маңызы қоғамның осал топтары қоғаммен араласады, белсенді болады. Экологиялық маңызы осы қазақы қара қойдың жүні іске асырылады. Нарыққа өнімдер шығарды, сұраныста жоқ өнімдер шығарыла бастайды. Жобам негізі тек қана ауыл аймақтарға арналатын болады. Көрпе, құрақ көрпе, бөстек, жастық, тағы басқа өнімдер тігіп үйрететін боламын. Және де мен осы жобамды қазірден уже іске асып жатып, яғни әлеуметтік жобаға қатысып, мен белгілі бір қомақты қаражат ұтып алдым. Сол арқылы ауылда, мемлекеттік орында жобамен шеберханам жұмыс жасап жатыр. Онда қазір ауылдағы әйелдер қауымы келіп, тігін-тігіп, үйреніп, қызығып, талаптанып жатыр. Яғни қоғаммен араласуда. Қай жерде сатып жатырсыз сонда өнімдеріңізді? Ол әлі ауылда? Ауылда. Осынан нарыққа әлі шықпады. Ол біздің болашақта ойым бар солай шығару. Ал қазір тек қана ауылды қамтамасыз етіп отыр ол. Какой-то когда-то я имел отношение к этому. И вот шерсть, грубая шерсть на казахских овец, она фактически у нас, да, не перерабатывается. Просто это очень актуальная вещь. Но вместе с тем я хотел бы подчеркнуть, для того, чтобы дальше ее перерабатывать. Самая проблема в шерсти – это первичная обработка, так называемая. Угу. У нас было в Казахстане несколько заводов. В Таразе. В Таразе крупнейший завод был первичной обработки шерсти. Второй – Семипалатинский, угу. Третий, по-моему, в Кустанае.
Но не подготовив шерсть, да, с ней работать сложно крайне. Mm-hmm. Иначе mm-hmm. это будет полностью кустарщина. Yeah. То есть вопрос, мы сейчас должны подходить, тут строительство швейной мастерской, если это промышленный масштаб, то он потребует первичной обработки шерсти. Но я думаю, что вот в таких масштабах же тоже они могут первично обрабатывать ее. Это же просто какой-то фабрика. Наполнитель в основном для одеял, подушек и прочего. Да, но ее нужно обработать, то есть помыть, чтобы она не была аллергенна, чтобы она была без запаха. Он бәрін қолдан жасайды, она ұрады, оны жуады. Бұл үлкен бір зауыт фабрика емес, бұлар өздеріне қажетті жүнді өңдей алады деген ойдамын. Шағын шеберхана. Шағын шеберхана. Бірақ сіз басқарып жатырсыз, иә? Қанша адам, қанша қыз жұмыс істеп жатыр? Сіздерде қазір? Жұмыс істеп жатқан жоқ олар қазір. Біз деген қаражат бере алмаймыз оларға. Иә, иә. Вот олар қазір тек қана өздеріне тігіп алады, материалын әкеп, тігіп алып, біз үйретіп көрсетіп жатыр, қазір үйреніп жатыр ол кісілер. Сіздің жобаның мақсатыңыз қандай сонда? Менің мақсатым, вот айтып өттім, иә, көп балалы аналар және жұмыссыз қыз келіншектер, көзіммен көрдім олар. Талпынады, істегісі келеді жұмыс, бірақ істей алмайды. Неге? Өйткені шынымен кез келген жұмыс орны белгілі бір уақытты талап етеді. Мысалы, сіздер сағат 8-де, таңғы 8-де жұмысқа барасыздар, 6-да қайтып келесіздер. Бүкіл мемлекеттік орындарда ол положено так, да? А вот олар істей алмайды. Балаларына қарайды, үй шаруасымен айналысады. Ол жауап тұрсын ба? Қазір жылайын деп жатырсың ба? Жоқ, ойлап кет. Ауылдың жағдайын. Сенің ауылың негізі өте жақсы. 350 көп балалы ана деп жатырсың ба? Вот, иә. 250 келіншек. Қыз келіншек. Қыз келіншек. Иә, олар жаңадан түсіп жатқан келіндер, отбасы жағдайларына байланысты қалаға шығып жұмыс істеп кете алмайды. Кейбіреулері диплом бар, жұмыс таба алмай, ауылда құры отыр, например. Енелерінен шыға алмай дегендей. Ол менің ауылымның ғана проблемасы емес, көрші ауылдар, аймақтар ондай көп бізде. Вот сол әйелдердің жағдайын ешкім қарастырып жатқан жоқ. Онда сен қанша ойлайсың, бізге керек мемлекетте осындай сен сияқты шеберхана бар? Шеберхана. Мүмкін мені көретін жастар талпынып ауылына көмектескісі келетін. Осы идеямды алып ашуы мүмкін. Не болмаса мен шеберханам дамып, мен оларға ашып беру мүмкін. Мен мақсатым айқын, мен оларға көмектескім келеді. Жаным, соншама құбылады. Ал, успокойся. Ақнұр, шикізатты сол ауылдың өзінен аласыздар, иә? Тек қана қойдың жүні ме, әлде басқа да жүн? Жоқ, жалпы Жамбыл ауданы мал шаруашылығымен айналысатын ауыл. Вот. И біз тек қана қойдың жүні, өйткені басқа жануарлардың жүндері как-то келмейді қолданысқа. Қойдың жүнімен мысалы иіріп, онымен тоқыма тоқып, жүнін әске, кеудеше тоқып, кеседе қыстан. Неге? Түйенің жүні де өте қолайлы мысалы. Ауылында түйе жоқ. Жамбыл ауданында түйелер бар. Жамбыл ауданында. Қопа жақта, по-моему, бар. Қопа. Ой, яқта көрмеппін, ол мен білемін. Тарғап. Тарғапты білемін, потом түйе көрмеппін. Түйе көрмеппін. Это ваши были молодости. Бірақ мен естігенім. И ваши. Сейчас там нет түйе. Сіз енді осының бәрін жалпы бір-бір оны бөлдіңіз ба? Мынау қойдан жасаймыз, мынау көрпелер деп. Біз мысалы осы жаңа жобада ауылда қыркүйек айында өттік, құрақ көрпені қалай тігу керек, қандай цветтердің үйлесімін жасап құрау керек екенін көрсетіп үйреттік. Қыркүйек қазан айларында уже кесте, тоқма сияқтылар қосылып жатады, деңгейіне байланысты үйретіп оларды. Жалпы құрақ көрпеден бастағанымыз, құрақ көрпе жаңағы машинамен істегенде ыңғайлы үйренгеніне. Ақнұр, менің ойымша, сізге бұл проект жақсы, бірақ сіз оны франшиза ретінде жасасаңыз, содан кейін оны бәр жаққа таратуға болады деп ойым келіп қалды. Рахмет. Хотела бы я, как женщина, сказать, которая также радеет за возрождение легкой промышленности в Казахстане, потому что мы, когда говорим о там, дизайнерах, креативе, фэшн, моде и все остальное, можно об этом много говорить. Самое главное, о чем мы сегодня переживаем, о том, что у нас нет производства. Мы не делаем элементарно ткани из хлопка
из шелка, что мы делали раньше. Из шерсти. Из шерсти, то, о чем вы говорите, да? У нас вообще нет никакого, практически, может, я кого-то сейчас обижу, но практически у нас нет, не поставлена легкая промышленность вот на эти рельсы. Адыл бес жаста, Айдос тоғыз жаста. Үш жылдан кейін олардың жас айырмашылығы қандай болады? Сол төрт жыл. Яды. Доп сізге қайтып келу үшін оны қалай лақтыру керек? Доп? Я. Аспанға? Жақсы, рахмет. Рахмет. Жақсы. Өз-өзім дистай амай кеттім. Шығы батыр, шығы батыр ек өзім. Жүрек мағыр кетті де жылап шығы. Өзімнің компаниям бар, ал қашқы капитал керек қой, өзіміздің проекттерімізді шын жүрге асыру үшін соны ұтуға келдім. Мұстафа Лопаев, 16 жаста, Шымкент қаласы, Қазақ-түрік лицейінің оқушысы. Бүгін сіздерге 4 жобан бірден көрсетейін деп жатырмын. Вақыт жоғалтпай бастайын. Біріншісі, антирадиационный гаджет. Қазір кезде мемлекетте атомдық станция салайық десек, бүкіл халық қаршығады, радиацияның зияны бар ғой деген сияқты. Ал бұл мен жасайын деген нәрсем, жарылыс болатын болса, радиация орнында ұстайды. Қалай? Электромагнитный излучениеға қосылған химический составты соған қарсы жібереді. Келесі екінші жобан болатын болса, ол ақылды қойма. Қазір қойманың ішінде егер өрт жағдай болатын болса, оны тоқтату өте қиын. Ал мына нәрсе, мен қазір жасаған нәрсем, макетін көрсететін уақыт аз тығыз болғаннан кейін, бұл жерде вакуумды қолдану арқылы өрт болған жағдай соны өшіреді. Және вакуумный дверь, яғни есіктер темір арқылы бірден жабылады. Өрт болған жағдайда ішінен шығарған ауа арқылы өртті өшіруге болады. Келесі Smart USB. Қазір бүкіліміз телефонды қолданамыз. Сол телефондардың батарейкасын құртылуы немесе жарылуының себебі зарядтағышта қалып кету көбіне. Соны қалай тоқтатсақ болады? Электромагнитпен жасалған USB осындай түрде болады. Ол сіздің қалаған уақытыңызда, яғни қалаған көрсеткішіңіз келген кезде шыққанын қаласаңыз шығады. Оны алдын ала қойып қоясыз. Электромагнитпен былай жұмыс істейтін болады. Плюс минусқа ауысып, итере жіберіп телефонды зарядтан шығарып жібереді. Келесі, соңғысы Decoder Book. Бұл программа жасалып, автосуправасы алынып қойған. Бұл тікелей елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бізге берген бұйрығы. Қазір біз латыншаға ауыстырып отырмыз. Бүкіл мемлекеттің өзін ВКонтакте, Инстаграм деген сияқты атары біздікі не үшін жоқ. Бұлдың ерекшелігі олардан, олар ұқсайды. Бірақ ерекшелігі сіз қалаған алфавит бойынша қабылдайсыз. Сіз латынша қабылдағыңыз келсе, латынша қабылдайсыз. Ол сізге қазақша жазса да. Не үшін мен дейтін болсаңыз, 5 миллионға мен өз 4 проектіде, 4 жобаңда шын жүйеге асыра аламын деп сенемін. Үлкен рахмет. Мұстафа, бұл іске проекттер жүре ме? Қалай ойлайсыз? Іске жүреді. Себебі, мысалы, программа, ол точно жүреді, астынан төбеге кетейін. Программа жүреді, себебі ол жазылған, ол дайын түрде. Тек IT-шникпен сөйлесіп, дизайн істеуге. Өзі дайын программа. Одан кейінгісі Smart USB, электромагнитпен жұмыс істейді. Ол электромагнитпен жұмыс істейді, ол да дайын, таймер арқылы ұстанып етіп, оны істедім, ол істеді. Яғни ол, мысалы, сіз шыққанын қаласаңыз, 100% болында шықсын деп қойып қойсыз алдын ала. Жоқ, оны уже істедің, да, бар ол, да, негізі? Ол негізі, несі бар, иә. Таймермен істейтіні бар, бірақ оригиналдың әдемі түрде жоқ та. Андай өзі прототип бар, да? Прототип бар. Оларды әкеле алмадым, уақыт тығыз. Мен 4 проектті жібергем, сөйтіп келдім, қайсысы өтті десем, 4-өін де көрсетесің деді маған. Содан кейін сәл қиын жағдай болды, уақыт аз. Өзіңе 4-өін бірден көрсетесің деп қойдым. Иә, бірден 4-өін көрсетесің, 3 минутым бар деді. Сол қысқаша түсіндірдім. Ішіне кіретін болсақ, состав барлығы дайын. Патент центрге берген, олар қабылдады министерство образованияға. Бәрі жақсы деп. Істегім келіпті. Біріншісін, мысалы, қысқаша тағы бір несін қосып кетейін. Ол өртте неден қорғамайды да, бірақ атом станция жарылған кезде радиация бірден шашылады. Сол радиацияны жарылған аумақтың ішінде сақтай алады. Электромагнитпен жіберіп химический составты төрт жағынан. И төбесінен может ол, бірақ қатты керегі жоқ. Білмеймін, бірақ менде росатом да бар еді, өзім әріптестерім. Солармен ақылдасу керек еді. Беремін саған, контакттарды беремін. Все? Жақсы. Ал мына Decoder Book дегенде мен мысалы аса түсінбедім. Қазіргі таңда көптеген компьютерлық бағдарламалар бар. Конвертер, яғни кез келген кириллицаны латынға
қаншама миллиондаған әріп болса да, соны бірден аударып бере салады. Yeah. Ешқандай қиындық жоқ. А сіздің жобаңыздың сонда бір бірегейлігі неде? Жобамның ерекшелігі, мысалы, ВКонтакте, WhatsApp-та отырасыз қой, сіз мысалы біреуге жазасыз. Қазақша алфавитпен жазсаңыз, ол мысалы латыншамен қабылдағысы келіп тұр. Латыншаны алдын ала қосып қояды, и латыншамен өзіне қабылдай алатын болады да. Бірақ тек қана латыншамен қазақша әріптер емес, Қытайда мысалы қазақтардың өзінің басқаша, өзгеше алфавиті бар екенін сіздің тексеру бойынша, олар өзінің алфавитінде қабылдай алады. Олар араб араб қарпінде қабылдайды. Иә, өзінің қалаған алфавиті бойынша қабылдайды. Ешқандай қателік болмайды ол. Сондай бар ма екен декодерлер? Бар, иә. Декодер бук авторлар. Конвертер, ол конвертерлер. А, мына декодер буктың авторский правасы мен үстіме алынып қойды. Алып қойды. Иә. Сонда неге шығарған жоқсың ана не видеоға? Себебі мен шығарайын дедім, мен компания айтатын бізбен бір не спонсор болды, ол банкрот болып қалды өзі. Шығару үшін алдын ала бәрі бірде айтишникпен көрсетіп, дизайнын жақсырақ істеу керек, қаласынан атынан шығады өткен ол. Жоқ, анау патентті немесе анау авторский куәлігі. Мына жақама? А? Мына жақама? Иә. Бәрі төрт ақ сурет қой деді маған. Пайда қойған едім. Если есть авторские свидетельства и патенты, это большое достижение, как человек, который этот путь проходил, хорошо понимаю. Мне нравится, что есть какое-то составляющее. Бірақ өзің қалай ойлайсың, басқа осы төрт жобаның мақсаты қалай шешіледі деп қалай қарайсың? Төрт жобаның мақсаты төртеу де төрт түрлі жақтан болғаннан кейін. Вот соны айтып отырмын өзің. Төртеу төрт түрлі жақтан, бірақ айтады ғой, жоба мықты болмаса да, команда мықты болса, ол одан да жақсырақ. Содан кейін білім болу керек. Білім болу керек. Project менеджер бол, жақсы бол, project менеджер боласың, құдай қаласа. Вопрос такой вот, антирадиационный аксессуар содержит механику, да? Ну, разве вот сейчас у нас счетчики Гейера, японские средства вот по антирадиационной? Я думаю, что там большой достаточно этот арсенал вот таких средств есть. Бұл жерде ерекшелік надо ғой. Бұл радиацияны келген кезде тоқтатпайды, радиацияны жақындатпайды. Яғни радиация қарсы валына жібереді. Радиацияның валынасынан оны минус бір дәрежесінен көбірек жібереді. Да? Яғни радиацияны шығармай тұрады. Бұл ерекшелік осы бұл жерде. Екінші ерекшелігі болса, химический составы қазір радиациядан қорғап жатқан составтардың ешбіріне ұқсамайды. Ерекшеліктері сондай. Және адамдар қатты пайдасы болатын, ойласаңыз бүкіл мемлекетті атом станциямен қамтамасыз етуге болады, ал оған қарсы халық. Бүкіл халықтың ризашылығын алуға болады осы арқылы. Ох, интересно. Бірақ бұл басында мен былай жібергенмін бұны. Адам браслет ретінде бір түрін экземпляр ретінде жібергенмін. Браслет адамды әшейін телефон солардан қорғайды. Потом оны айтқан кезде типа мынандай нәрсе бар ғой. Телефонның не қатты зияны жоқ, оны дәлелденбеген ғой. Тек қана клеткаларды өлтіреді, рактың ауруын көбейтеді 60%-ға ма, сондай бір нәрсе бар. Бірақ ол дәлелденбеген ғалымдардың есімі. Утверждение дейді ғой. Мен басында жасаған формамен потом өзгерттім. Былай негізінде осыған байланысты жасалған еді ең алдында. Осыдан да барған жарыста. Маған мұнағаны ана сотка, мен сотканы қоямыз, зарядкаға сосын ұмытқанмын. Иә, оның да өзінің ерекшеліктері бар. Ерекше. Электромагнит қолданады да, яғни ұшы магнит негізі жапсатын ғой, мына жағында ғана электромагнит болады да. Мен стоп-лисқа қалаған кезінде ауыстырып жібереді өзінің программасымен. Жоқ, ол сонда ана несіне программа саласың ба, или ол уже біледі? Ана толтырды деп заряд. Иә, ол кішкентай алдын таймер ретінде болады да. Қаласаң екі түрлі экземплярда шығады. Біреуі таймер, яғни ручной. Өзіңіз қоясыз, мынанша минуттан кейін қайтадан естесіз. Екіншісі программа ретінде өзінің Arduino-ның несіндегі сияқты чипі болады. Чипқа программа енгізілген. Қалаған кезінде магнитті өзгертіп жіберіп, итеріп жібереді да, шығарады. Үш дәрігерде Мақсұт деген інісі болды. Ал Мақсұттың ағасы болмады. Бұлай болуы мүмкін бе? Иә, бұл мүмкін әпшесі болса. Дұрыс. Жазушы О. Генридің ойынша, ол денесіне шеге қағылатын жалғыз жануар. Әңгіме қай жануар туралы? Бұл болды. Жақсы, рахмет. Рахмет, қыздар. Да, изи. Сұрақтар ұнай болды. Андай, басын бастайды, қалған түсінікті де сұрақтарын. Содан кейін жауап беру ұнай болды. Мне нравится проект. Ребята очень дружные. А моя мечта – это найти дело своей жизни. Диана Ильясова, 17 лет, город Караганда. Студентка Карагандинского государственного университета имени академика Букетова.
модель моего проекта состоит из следующих критерий. Первое – это внедрение трехязычия как обязательной составляющей. Данный критерий поможет учащимся улучшить и развивать языковые навыки. Также ЗОЖ, уроки футбола, хореографии. Это поможет улучшить и укрепить здоровье учащихся, а также в будущем это способствует достижению их целей в каких-нибудь олимпиадах, спартакиадах. Музей в каждой школе – это привитие духовных ценностей и патриотизма учащихся. Создание радиопередач – это с целью информирования, то есть учащиеся учителя будут знать, что происходит в школе, то есть либо какие-нибудь новости. Спортивный флешмоб, танцы на большой перемене. Это способствует отдыху, а также улучшению работоспособности у учеников. Уроки психологии с целью повышения самооценки и мотивации учащихся. Данный критерий обязательный, так как не у всех учащихся здоровая самооценка. Например, у учащихся из малообеспеченных семей. И данные уроки психологии помогут им развиваться морально и улучшить их самооценку. Единая база для учителей – это, к примеру, презентации к урокам, КТП, какие-то новинки. То есть будет создана единая база для учителей, и это будет удобно, и также это сможет улучшить их качество преподавания. Будет создан какой-то определенный единый сайт, и они смогут брать информацию. Портфолио достижений учителей и учащихся. Будут созданы отдельные кабинеты, и учащиеся, и ученики, они смогут проходить и видеть свои достижения. Это способствует их мотивации к продвижению каких-то целей в дальнейшем. Книги для начинающих учителей. Этот критерий важен для них, так как они будут знать, как преподавать. Также я бы хотела подчеркнуть уроки профориентации с 9 по 11 классы. Это очень важный критерий, так как именно в этом периоде с 9 по 11 класса, когда ученикам нужно выбрать, определиться с профессией, они смогут понять, что им нравится, какое направление выбрать. У меня все. Вы понимаете, вот сейчас все, что вы назвали, это об этом все есть. Любая страна. Честно говоря, вот это все решить эти да, проблемы. Да, я понимаю, но это, возможно, есть каких-то интеллектуальных школ в Ниш, в Мурагере, в Дарыне. Это есть, но не в общеобразовательных. Вот вы говорите, емкости. Учителя, молодого учителя вы начнете вновь обучать. А вообще его нельзя подпускать, если он не готовый. Понимаете? Ну, не то чтобы обучать, это будут какие-то советы по методике преподавания. Но так есть же курсы повышения квалификации. Там у вас это уже не проект, это целая программа. Там внутри множество проектов. Это больше, чем даже как кабинет министров, грубо говоря. Не, ну это работа Министерства образования, которые, в общем-то, я думаю, что все это у них также есть в планах, да, и они этим занимаются. Я согласна, что... Нам было интересно, вот что вы... В каждом проекте, что у вас нового? Конкретно что-то. Это я хочу сделать все и сразу. К примеру, я бы хотела выделить два критерия. Это единая база для учителей, то есть будет создан определенный сайт, и, возможно, можно определить вот эти остальные критерии в одно. И будет, получается, база, и будет одна программа, и учителям будет удобно брать информацию, отчитывать. Допустим, они зайдут на какой-то определенный раздел, и там, получается, будет их мониторинги, какие-то рейтинг достижений, там информации, презентации, и это все будет готово и удобно. На какой платформе? Сколько объем потребуется? Мне кажется, у нее сейчас пока вообще нет видения этого сайта. Сейчас сложновато говорить о платформе. Пока что это идея, но я буду это разрабатывать. Но если я, если я не ошибаюсь, такой сайт он существует на базе Назарбаев интеллектуальной школы. Уже он функциональный, и его давно используют. Ну, года 3-4 точно. Потому что я был на презентации, вот то, что многие вещи из того, что вы сказали, они практически существуют. И пока я понимаю, что это существует, но это же не так сильно развито. Например, такое есть в Назарбаевской, такое есть, как я говорила ранее, в Дарыне. Но такого нет вообще в общих школах. Вы, на самом деле, сейчас растеклись по древу. Сейчас вам нужно было изучить вот ту программу. В частности, в этом учебном году уже ввели изменения и с дневниками, и с учебной неделей. Обновленное содержание. Да? То есть вам надо изучить то, над чем работает, и, может быть, заняться одним чем-то конкретным. Пока что
какую-либо добавленную стоимость в этом проекте, помимо того, что вы просто взяли и перевели все передовые методики, которые во всем мире где-то, наверное, существуют в разных местах, да, и свели это в одну там картинку. Вот, я лично не увидел. Конечно, если бы у Министерства образования и территориальных органов образования были неограниченные бюджеты, они все бы это давно уже внедрили для всех детей. Они ведь тоже болеют за это дело душой, всей душой, и посвящают этому всю свою карьеру, всю свою жизнь. Но мы живем в реальности, а в реальности бюджеты ограничены, поэтому есть то, что есть. У дороги на посту стоят два часовых. Один смотрит в одну сторону дороги, другой в противоположную. Но при этом они видят друг друга. Как такое может быть? Может быть, зеркало стоит. Подумайте еще. Подумайте, подумайте. Может быть, они стоят лицом к лицу? Да, правильно. Одна из японских авиакомпаний рисует на носу своих самолетов огромные глаза. Зачем? Может быть, это дело в погодных условиях? Или, может быть, это дело в приземлении? Или, допустим, при посадке? Для того, чтобы птиц отпугивать. Да. Спасибо большое, спасибо. Диана. Спасибо вам. Хорошо? Опять? Мағана өзінің мамандығын жақсы білет, бірақ кішкене ғылыми жетекшімен келісіп, осы жобаларды жетілдіру керек. Уақнур, проект не несет новизны, очень много работает в этом направлении, но само желание улучшить жизнь на селе, оно достойно уважения. Но нужно просто брать и делать. Я хочу, чтобы ты собрался, оценивал свои силы достойно, все патентовал и получал авторские права. И надеюсь, мы сможем увидеть твои разработки не только в виде презентации, но уже и очень интересно, какие-то опытные образцы, пусть они будут некрасивые, пусть они будут, ну, не в том, может быть, выгодном свете, но все равно представлять людям. Вот это всегда оно вызывает уважение. Те из вас, кто уже предприняли шаги реальные и что-то из своих идей уже реализовали в чем-то, что можно посмотреть, потрогать, пощупать, они смотрятся на голову выше, чем те, кто просто на уровне идей и презентации сейчас нам что-то показали. Хотелось бы обратиться к нашим телезрителям, имеющим какие-то возможности или, может быть, финансовые ресурсы, или, может быть, представителям власти, чтобы они обратили внимание на проекты участников нашего проекта «Менгарманом», а в частности, вот этого тура. Замечательные ребята, идеи на поверхности, можно все реализовывать. 4-1 финалының жеңімпазы Мустафа Лопаев. Енді Шымкент қаласынан келген оқушы жартылай финалда бас жүлдеге таласады. Итак, сегодня определился победитель этого тура, который проходит в полуфинал, и это Мустафа Лопаев. Поздравляем, удачи всем. Вау, круто.